Крыски. Ильтуня. И Крыскин бросок в касание. Угодил Жуковского. А здесь уже еще один бросок. И угодила шайба Варивончика в лицо, если я не ошибаюсь. Да, ох. Лицо попало. Неприятный момент. Ну, знаешь, Виталий, мы только сегодня разговаривали, вот после прошлой игры там два болезненных столкновения у Игоря Варивончика было, ну, подвержен игрок травмам, вот какое-то невезение его преследует. Ну и как еще назвать этот момент? Ну, чистой воды невезение, бросает партнер и угодил прямо в лицо шайбой. Если я не ошибаюсь, тоже с центра был бросок и пошла стык, клюшку Гомельскому, и из-за этого пошел вот так вверх, шайба пошла.